Всем добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами своими впечатлениями о покупке белорусской косметики в интернет-магазине Блузка Бай. Год назад получила в подарок вот такой вот крем белорусский, также от Блузки Бай. Перед Новым годом у них, по-моему, была акция, они отправляли клиентам всем подарки. И вот я лично получила вот такой вот крем. Крем Витекс для ног с календулой. По использованию, по тому, что осталось данного крема мало, можно заметить, что крем мне в принципе понравился. Имеет, конечно, немного такой специфический запах, потому что в составе есть экстракт чистотела и календулы. Кому нравится, останьтесь довольны. Кто не любит ярко выраженные запахи в косметике, отдушки, может, будет отпугивать. Но сам по себе крем для ног очень хороший. В принципе, очень даже довольна. И вот после знакомства с данным кремом решила попробовать приобрести остальные продукты, посмотреть, как они себя проявят и зарекомендуют. И начну я свой рассказ о пилинге, мезопилинг, скатка для лица от производителя Белита, серия Мезокомплекс. Да, наверное, оговорюсь, что все, вот весь этот заказ я сделала на сайте Блузка Бай. Мне он пришел довольно-таки быстро, где-то в течение 2 недель посылочка приехала к нам в страну. Хотя посылки не всегда так быстро доходят, тем более из Беларуси. Я думала, что будут какие-то затруднения с таможней, но нет, все пришло хорошо, прекрасно, принесли посылку домой. Очень довольна, очень здорово. Было упаковано в картонную коробку. Коробки, к сожалению, не сохранилось, тут только сами продукты. И вот посылочку получила в августе. Многими продуктами уже попользовалась, поэтому решила вот с течением времени рассказать, понравилось, не понравилось, как это выглядит, хорошее, нехорошее впечатление. В принципе, общее впечатление очень хорошее, мало какие продукты там не понравились. Все от всего, честно, в восторге, буду заказывать еще, вот оформила еще новый заказ, потому что вот некоторые позиции уже заканчиваются. Поэтому оформила уже новый заказ, вот жду, обещали девочки, что приедет где-то к концу месяца. Так, да, и начну, продолжу рассказ. Мезопилинг, скатка Белита. Заинтересовала меня тем, что, в принципе, читала очень хорошие отзывы в интернете и решила себе заказать, попробовать. Она имеет данный пилинг, он имеет консистенцию такую среднюю, жидкую, не сильно жидкую, не сильно густая. Гранулы после того, как мы их начинаем втирать, они образуют такие как бы как катышки, что в принципе, как по-моему, по заявлению производителя, является подтверждением очищения и скатывания ороговевшего слоя кожи на нашем лице. Вот, поэтому примерно такой эффект. Потом смываем лицо водой, и кожа наша очищается. Очень порадовал эффект. Действительно, кожа очищается, меньше черных точек на лице, не вызывает аллергии, раздражения, что для меня очень важно, потому что у меня кожа сухая, склонная к аллергии. Поэтому для меня не все пилинги подходят. Например, вот тут я приобрела тоже маски в таких сашетках. Скраб Эксофилант, он более такой жесткий. Забегая вперед, сейчас мы к ним перейдем. Он более жесткий. Пилинг скатка мне понравился больше. Для моей сухой кожи он более мягкий, очищает хорошо. И для сравнения, просто мне больше понравился. Кто любит более глубокое очищение, конечно, вот скраб больше понравится. Но как мне, я не любитель сильно глубокого, чтобы прямо аж так до скрипа очищалась кожа. Поэтому вот очень хорошее средство. Рекомендую обратить внимание. Достойная цена, достойное качество. Присылают, кстати, все с хорошими сроками годности. Вот у меня до 7 месяца 2019 года срок годности, поэтому за это время, конечно же, я успею его использовать, потому что уже где-то с полбаночки осталось. Упаковка приятная, радует. Хорошее соотношение цена-качество. Далее перейдем к сашеткам, которые я вот уже говорила, заказала от производителя Лив Дилана. Они вот все разных цветов, от некоторых вот остались только верхняя, либо нижняя часть. Они состоят из верхней и нижней части. Вот это вот выглядит вот так вот, просто уже маска начатая, крем-пилинг еще не начат. И вот это выглядит вот так. Сверху сашетка с крем-пилингом, внизу с крем-маской. И вот они разных видов есть. Очень удобно на пробу взять, если там сомневаетесь, если хотите попробовать, понравится, не понравится средство. Очень хороший формат.
Очень здорово, хорошего качества продукты. Вот этой маски уже не осталось, вот сегодня утром допользовала. Уже пойдет отправиться в мусорку, потому что уже ничего не осталось. Верхняя часть, не помню уже, что было, но было очень хорошее, прикольное средство, закончилось быстро. Эта маска имеет специфический запах. Это маска экстрапитательная с рускугеном для сухой обезвоженной кожи лица. Запах может не понравиться, но по качеству очень классная штука. Закажу еще обязательно. В следующем заказе уже заказала вот маску. Масло заказала себе, потому что почти закончилось. Классная вещь, советую. Дальше тут вот маска успокаивающая, тоже достойного качества. Здесь было с алоэ вера, по-моему, маска называлась. Там очень большой, там 50, больше, по-моему, 50% алоэ вера содержалось. Очень классный. Это мусс деликатный, бессульфатный. Их заказала две штучки, потому что подружка советовала. У нее в тюбике, в тубе у нее данное средство. Очень классное, довольное. Посоветовала мне приобрести. Вот я тоже приобрела. Поэтому, честно, очень хорошие, хорошие составы, хорошие... Хороший продукт, честно, советую, закажите, думаю, останетесь довольны. Потому что маленький формат, если вдруг не понравится, не жалко будет выбросить, а не то, что если большая туба, большеформатная. Как обычно, если не понравится средство, потом не знаешь, что с ним делать. Вроде бы и выбрасывать жалко, и остается, не знаешь, что с ним делать. Если дальше из масок, еще заказала вот такие маски. Это уже производитель, по-моему, Белита. Да, это производитель Белита, биомаски, экстраувлажнение и маска антистресс. Серия Фармакос или Фармакос, аптечная серия, не знаю, как правильно, может, не ошиблась в произношении. Данные маски были в упаковке по 10 штук в картонной коробке. По одной вот штучке осталось, уже больше ничего не осталось, все израсходовало. Очень хорошие маски, хороший формат, что можно или с собой взять. Либо, если, опять же, не понравится, можно там либо раздарить, либо что-то можно найти применение всегда к ней. Это не широкоформатная большая. Как, например, если бы была маска в такой тубе, не знал бы, что делать, если не подойдет. Очень-то так же. Маски порадовали, хорошие, не вызывают аллергии, не сушат кожу. Советую попробовать, обратить внимание, серия хорошая, Фармакос. Читала отзывы, что хорошая у них еще также пенка для умывания. Вот себе в следующий заказ тоже наверняка закажу. Потому что вот новый заказ оформила. Буду оформлять дальше обязательно заказы, потому что хорошего качества. Опять же, повторюсь, с хорошими сроками годности. Поэтому, возможно, попробую еще пенку заказать. Но маски очень хорошие. Дальше расскажу о кремах. Крема у меня, это для маленьких, для рук. Этот для ног, фирма Лив Дилана. Честно, порадовали очень. Порадовал крем для рук, для ног также, но вот остановлюсь на креме для рук. Очень хорошо в данной, вот это вот идет бальзам регенерирующий для ухода для сухой кожи рук за ногтями и кутикулой. 100% натуральные масла, 0% минерального масла, глицерина, красителей. В принципе, все это также заявлено и в кремах для ног. Хорошо впитывается, приятный запах, не оставляет следов липкости. Не ото всех дорогих кремов можно даже это получить, потому что в подарок получала и более дорогие крема, но, к сожалению, они не впитывались почему-то. Этот крем впитался на ура, приятный запах, ненавязчивый. Просто сказка. Честно советую, очень рекомендую приобрести. У меня подружка попросила заказать ей вот из этой серии крем для рук. Сразу 10 упаковок, потому что она получила тоже в подарок, но нигде не могла найти в таких магазинах. И я делала заказ, чтобы не делать не разбивать на две посылки два раза, не платить за доставку, заказала ей. Очень довольна также. Крема для ног превосходные, хорошо впитываются, увлажняют, смягчают кожу стоп. Очень классно, советую приобрести, не пожалеете. Данный крем для рук я заказала для мамы. Не вскрывала его, потому что как подарок, вот да, все крема для рук и для ног, все крема в защитной такой пленочкой приходят, то есть никто не попользовался, все упаковано с завода, срок годности также до 2019 года. Надеюсь, понравится, потому что это роскошь гиацинта, крем для рук антивозрастной. Думаю, понравится. Также в подарок я еще ей заказала помады, производитель Luxe Visage. Это Glam Look, это Pin Up. Pin Up в
стандартной классической помаде и два блеска. Это будут две матовые помады. Эта помада будет, она больше как сатиновая. Это номер 312. А это у меня блески 17 и номер 9. И номер 509. Помада матовая. На запах не имеют ярко выраженных таких каких-то химозных отдушек. Пахнут очень вкусно вот какими-то как ягодками. Очень, очень интересно. Надеюсь, что останется довольна, потому что очень много хороших положительных отзывов слышала. Поэтому надеюсь, что сделаю такой хороший подарок маме. Будет она довольна этим. Следующее, о чем расскажу, это о креме BB от производителя Белита, серия Белита Янг. По использованной тубе можно, наверное, понять, что крем очень хороший, мне очень понравился. Подстраивается под цвет кожи, цвет один универсальный. В принципе, хорошо держится. К концу дня, конечно, немного где-то смывается, но не оставляет никаких полос, никаких пятен на лице. Очень достойное средство. Честно, очень хорошо, не забивает поры, если его хорошо очищать. Если слабо, плохо очистить с лица, конечно, может где-то кому-то забить поры. Но если хорошо очистить кожу лица после макияжа, не столкнулась с тем, чтобы там какие-то поры меня забил. Хорошее средство, тоже рекомендую попробовать. Это уберем. Далее расскажу о открытии, наверное, сегодняшних всех продуктов, которые на меня воспроизвело самое просто лучшее впечатление. Это твердое масло от производителя Liv Dilana, серия Organic Oils Collection. Твердое масло для тела регенерирующее. С названием твердое масло я бы, наверное, не очень согласилась, потому что оно имеет вот такую консистенцию. То есть оно кремообразное. Оно хорошо очень впитывается быстро, не оставляет следов липкости на коже, то есть оно кожа не липкая, не какая-то пленки тоже не оставляет, впитывается хорошо, по использованной баночке также. Можно понять, заказала вторую себе такую, очень классная, красивая упаковка достойная, очень красивая в винтажном таком стиле. Данное масло имеет запах как вишневого варенья, марципана, то есть кому как оно пахнет. Мне сначала марципаном пахло, потом все-таки больше принюхалась и пришла к выводу, что мне оно пахнет вишневым вареньем, вот вишней оно пахнет. Если кто, вот, кому не нравятся такие запахи, может, конечно, не понравится именно запах. Но знаю, что второе масло, у них есть в двух видах, вот, в такой желтенькой упаковке и еще вот второе масло. У второго масла запах не такой ярко выраженный, поэтому если вот кто принципиально к запахам, то присмотритесь ко второму. Но первое вот это, оно просто классное. Хорошо впитывается, хорошо увлажняет. По составу без глицерина, минеральных масел, парабенов. И по составу вода, и дальше идет масла. Масла пошли. Очень классное средство. Просто, ну просто бомба. На зиму очень хорошо, как напитать кожу. И такой вот запах приятный, сладкий. Под плед, под свитер. Очень, очень классно. Советую. Присмотритесь, приобретите. Очень хорошая покупка. Только по запахам обращайте внимание, что это будет более такой яркий запах. Может не понравиться. У второго масла. Не знаю, не помню, как называется. Тоже что-то твердое масло. В синих или каких оно тонах. Посмотрите, приобретите, потому что, я говорю, я заказала уже вторую баночку, потому что это скоро закончится. Закажу себе следующее. Следующее расскажу, пройдемся по лицу, что у нас осталось. У нас остался тоник и остался крем-коктейль для интенсивного увлажнения кожи лица. Серия и там Green Style от крема. Упаковки не осталось, оно пришло в такой вот упаковочке, упакованное было. Там был состав, вот. По составу здесь больше никакой информации нету, коробку выбросила. И по тонику. Ладно, давайте остановимся на креме. Крем. Крем ночной имеет вот такую вот муссообразную консистенцию. Хорошо, в принципе, впитывается, не стягивает кожу, увлажняет хорошо. Единственный минус у этого крема, оно создает ощущение жжения на лице. Оно не оставляет ожогов, оно не оставляет раздражения, но лицо оно жжет.
возможно, из-за содержания кислот или еще какого-то компонента, который вызывает такую реакцию. Но кто не любит этого, конечно, присмотритесь к другому виду. У меня это крем-коктейль для интенсивного увлажнения с такими белыми цветочками мелкими на картинке это было. Присмотритесь, может, тогда что-то другое. Но, в принципе, кремом я довольна. И повторю крем, потому что увлажняет на ура, не отпечатывается на подушке оно. На утро встаешь, кожа напитанная, как будто вот ее действительно напоили. Очень классное средство. Но сразу вот с такой небольшой оговоркой. Но мне, в принципе, не мешает, я довольна. Кому будет мешать, выберите что-то другое. Но вся серия, вот это вот все одной серии. Вот еще шампуни тоже там Green Style. Классная серия, без вот они себя, этот производитель, позиционирует как производство косметики более такой натуральной, вот без парабенов, без красителей, без минеральных масел, поэтому очень классно. Далее перейдем, если еще вот к телу, то спрей для тела «Медовая груша» у меня еще есть, приобрела себе вот летом на август, на сентябрь месяц. Имеет приятный запах, не оставляет следов липкости. Запах именно действительно ярко выраженный запах груши и медов, как и заявляют производители. Короткий состав, в принципе, наверное, ничего плохого туда не запихнули, если можно так сказать. Срок годности 24 месяца. У меня вот произведено 1.05.18, то есть все свежее, ничего не старое. Классное, хорошее средство на лето, вкусно пахнет. Не сильно долго держится запах, но средство очень достойное. На лето рекомендую. Если вот на зиму лучше твердое масло, то на лето спрей будет отлично. И остались у нас средства для волос. Одно серия Белита и остальное из Лив Дилана. Из Белита эту маску, это бальзам кондиционирования минеральный для всех типов волос. Серия «Косметика Мертвого моря». Ее я получила когда-то еще давным-давным-давно в подарок от подруги. Она ездила в Беларусь и купила вот мне маску кондиционер, бальзам кондиционер, прошу прощения. Хорошее средство, вот его, правда, уже мало осталось. Надо будет еще заказать, потому что видела, что эта серия есть на сайте. Хороший запах, хорошо увлажняет волосы, не жирнит их, не путаются после него волосы, поэтому, ну, по использованной банке, наверное, тоже можно понять, что средство понравилось. Потому что если мне какое-то средство не нравится, я им, как правило, не пользуюсь. Либо кому-то перетариваю, либо выбрасываю. Так, и осталась у меня серия Valour. Это производитель Лив Дилана. Спрей термозащита, маска и шампунь. Серия классная, мне понравилась. У меня маска регенерирующая для восстановления волос с поврежденной структурой. Имеет вот такую густую структуру. Хорошая маска, надолго хватит. Хорошо питает, увлажняет волосы. В моем случае не жирнит их. То же самое по шампуню и термозащите. Не жирнит, не утяжеляет волосы. Хорошее средство. Рекомендую попробовать. Данная серия, она, по-моему, идет как полупрофессиональная. Ну, хорошее средство. Попробуйте, думаю, что понравится. По крайней мере, я осталась довольна. И последнее, что у меня осталось, это шампунь и бальзам-кондиционер. Также производитель Лив Дилана, серия Green Style. У меня это регенерирующий шампунь для тонких ослабленных и выпадающих волос и такой же бальзам из этой же серии. Классные средства. Они, по-моему, так. Хорошо моют волосы, не жирнят, не спутываются после них волосы. Хорошие шампуни заказала еще для подружки из этой серии Green Style с лимоном или с лаймом там какая-то у них была. И еще один шампунь с ананасом. Тоже очень довольны все, только хорошие отзывы говорили, поэтому буду заказывать еще. На этом все. Закончилось больше, пока из этого больше ничего нету. Второй заказ приедет, как я еще раз повторюсь, девочки обещали, где-то к концу месяца. Попользуюсь, покажу тоже, расскажу, что заказала. Поэтому еще раз спасибо Блузки Бай за предоставленную возможность приобретать не только платья и костюмы у них, но и косметику, которая в нашем городе, к сожалению, труднодоступна. Только можно, если где-то или на заказ, либо через какие-то сайты заказывать. А тут в одном месте все можно заказать, поэтому огромное спасибо. Буду заказывать еще.
Всем пока!